Всех приветствую. Продолжаем осматривать работы художников, знакомимся с описанием этих работ. Герман Эдуард Гартман или Хартман. Портрет генерала-лейтенанта казачьего войска Донского Ивана Алексеевича Орлова. 1867 год, холст масла. Портрет выполнен в период, когда генерал Орлов занимал должность походного атамана казачьих войск, дислоцированных в Польше после подавления восстания 1863-1864 годов. Орлов происходил из дворян области войска Донского. В 1809 году в возрасте 14 лет был зачислен в состав войска Донского атаманского генерала Платова полка. Эту часть сформировали еще в царствование Екатерины II 20 апреля 1775 года, причем по сдвоенному штату. 10 сотен или 1000 всадников вместо обычного 500-сотенного состава. Предназначался полк для непременной внутренней службы, в том числе для личной охраны войскового атамана. Поэтому комплектование его личного состава производилось в особом порядке. В 1811 году Орлов получил чин Харунжева и в составе полка принял участие в кампании 1812-1814 годов, по завершении которых был поощрен переводом в лейб-гвардии казачий полк с чином поручика. В 1828 году уже полковник Орлов пожалован во фригель адъютанты, а затем дважды в 1829, 1830 и 1833, 1835 годах исполнял обязанности командующего гвардейского казачьим полком, а за отличие в польской кампании 1831 года произведен генерал-майором. В 1835 году был уволен со службы, но через два года восстановлен с назначением походным атаманом казачьих формирований при отдельном кавказском корпусе состоящих. Прослужил на Кавказе 20 лет, до 1855 года. В 1861 году произведен генерал-лейтенантом. В 1870 пожалован генерал-адъютант. Ну, вот такое описание в картине «Портрет генерал-лейтенанта казачьего войска Донского Ивана Алексеевича Орлова», автор Герман Эдуард Гартман, я нашел в интернете. Картина находится в главном штабе Эрмитаж. Пока-пока, до свидания.